Во-первых, телефон доверия пострадавших от насилия 8 800 7600. Психологи помогут разобраться, понять, что делать. Во-вторых, если вдруг какие-то повреждения, сразу и в медицинское учреждение, и в полицию, что удобнее. Если совсем что-то страшное, нужно вызывать скорую, скорая будет оповещать полицию. Если есть возможность прийти своими ногами, то прийти и в полицию написать заявление. Здесь сразу скажу, у нас есть проект видеоинструкции для пострадавших от насилия. 9 роликов, где шаг за шагом именно объясняется, что делать, что требовать в полиции, как себя вести, какие бумажки заполнять. Мы специально все это уже вместе сделали, и опять-таки Алексей Сидоренко нам помогал делать это правильно, чтобы люди поняли, что мы сняли и что мы объясняем. Есть 4 вида насилия. Физическое насилие – это не только когда вас убивают. Если вас уже хватают за руки, если вам настаивают продолжить разговор, который вам неприятен, если вас к стене прижимают и говорят: «Стой здесь, пока я с тобой разговариваю», это уже насилие. Экономическое насилие, когда вам не дают выходить на работу, когда контролируют, как вы тратите деньги, и вы постоянно чувствуете вину, как будто вы что-то все время делаете неправильно. Сексуальное насилие, любые сексуальные действия против вашей воли – это уже насилие, а у нас считается, что у нас супружеский долг, да, и якобы уже все можно. Насилие психологическое. Если вы чувствуете, что вот вас подавляют, вас контролируют, и вы постоянно вот просто находитесь как на лезвии ножа, вы боитесь лишнее слово сказать, лишние действия, это все уже нездоровое. Это все то, чего не должно быть в нормальной жизни.